Салют, друзья, гости и подписчики, всем привет! Сегодня у нас в работе ботиночки из натуральной кожи, и здесь, как мы видим, остаюшка, то есть носочная часть, перед так называемой обуви, его скроили из пашины. Пашина – это самый тонкий и рыхлый участок шкуры, который очень сильно растягивается и является менее эластичным, а также рыхлым участком шкуры, прилегающим к лапам. Вот, и здесь из него кроили осоюзку, и итог таков, что это место носочной части подвержено очень серьезным нагрузкам. И, как правило, кроится из чепрачной части шкуры. Для того, чтобы при носке этой пары осоюзка могла испытывать нагрузки на растяжение, сгибание и быть более эластичной и прочной, а также претерпевать механические удары. В данном случае союзка была скроена из пашины. Это рыхлый, непрочный материал, который, если и применяется, то только в малоответственных участках при пошиве обуви. Как вы, наверное, уже догадались, мы будем здесь менять союзку, носочную часть обуви.